Хозяин леса. Даже в клетке зоопарка он внушителен и суров. Косолапый всегда вызывал у охотников уважение и желание помериться с ним силами в поединке. Одним из самых опытных знатоков медвежьей охоты больше столетия назад был князь Андрей Ширинский-Шихматов. В начале 20 века, будучи главой Симбирской, а после Саратовской губернии, ходил на зверя вот с такой двухметровой рогатиной. Ездил в отдаленные регионы страны, в том числе и на Урал. За свою жизнь добыл не одну сотню трофеев. Охоту он называл средством для изучения природы. Издал книгу «По медвежьим следам». Ширинский Шихматов писал: «Нужно самому испытать или хотя бы раз посмотреть на охоту с рогатиной с лайками, чтобы понять всю ее увлекательность. Она дает возможность долго и близко наблюдать зверя, требует от охотника сильного, продолжительного, осмысленного движения, при котором забывается время. Для охоты с рогатиной необходимо очень хорошо уметь ходить на лыжах, обладать хладнокровием и сообразительностью». Автор этих книжных иллюстраций тоже в свое время увлекался охотой. Евгений Чарушин, известный советский художник-анималист и писатель. У него был свой стиль. Вместо контуров мастер предпочитал пятна и штрихи, которые передают и фактуру звериной шерсти, и характер движений медведя, реального или сказочного. Ну, вообще, медведь – это же любимый персонаж, и он встречается и в сказках, и в мифологии, и в символике. Мы попытались вот эти залы представить как такой немножко сказочный мир, в котором живет медведь. Медведь в старинной графике, а также в скульптурных композициях и в живописи. В художественной галерее показывают лесного хищника и территорию его обитания в произведениях искусства, в том числе редко выставляемых, как, например, эти картины Ивана Шишкина. Или работы пермского художника Виталия Анькова, одного из разработчиков герба Коми-Пермяцкого автономного округа. Мастер часто обращался к уральской мифологии, в центре которой образ медведя. И перед нами стояла задача сделать какое-то детское пространство, которое будет радовать ребенка, позволит, не знаю, познакомиться с музеем немножко с другой стороны. В медвежьем царстве есть и плюшевые друзья детства наших прабабушек и прадедов. Во время работы выставки пройдут мастер-классы по рисованию и печатной графике. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.